Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Ярик Транспорт. Сегодня у нас 10 фактов о Калужско-Рижской линии Московского метрополитена. По изначальному проекту на месте Калужско-Рижской линии должно было существовать два радиуса – Калужский и Рижский, которые не планировали объединять между собой. Станция Алексеевская с 1 мая 1958 по 26 октября 1966 года носила самое короткое название в московском метрополитене – МИР. Архитектурный стиль станции проспект Мира, Рижская, Алексеевская и ВДНХ является переходом от сталинского ампира к хрущевскому рационализму. Станция Шабловская была построена в 1962 году в составе участка Октябрьская Новая Черемушка, но из-за сложности с положением эскалаторов была отложена на потом и открыта лишь 5 ноября 1960 года. В 1964 году на территории электродепо Калужская была открыта станция Калужская, наземная, а с открытием участка Новой Черемушки Беляева станция была закрыта, а ее название передано подземной станции. В 1971 году существовал проект продления Калужско-Рижской линии на северо-восток. По этому проекту должно было быть вилочное движение от станции Свиблова. Часть поездов шла по основному маршруту, как сейчас и построили до Медведково, а часть по ответвлению от Свиблова до Лосино-Островской. Это ответвление было отменено из-за того, что Калужско-Рижская линия стала слишком перегруженной. На перегоне между станциями Медведково и Бабушкинская располагается крытый метромост через реку Яуза. При строительстве Калужского радиуса впервые был применен новый тип строительства станции метрополитена. Станции строят в открытых котлованах, а тоннели проходят при помощи щитовой проходки. В верхней части путевых стен станции Свиблова располагается 48 мозаичных изображений, символизирующих города России. Каждое из изображений подписано литыми буквами, стилизованными под старославянскую вязь. И последний факт – это то, что длина линии составляет 38 километров, на ней расположено 24 станции, и поездка от начала до конца составит 56 минут. Ну что ж, а на этом сегодня все. Вы посмотрели 10 фактов о Калужско-Рижской линии Московского метрополитена. Ждите следующие факты о Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайк этому видео, если оно вам понравилось. Пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Всем удачи и всем пока. И бонусный факт. 29 марта 2020 года в связи с ситуации с пандемией коронавируса, руководство Московского метрополитена приняло решение переименовать станцию Бабушкинская в Дома Бабушкинская. Это решение было временное, и оно служило чтобы напоминанием о том, что своих пожилых близких нужно оставлять все-таки дома.